еще не все сказал, товарищи. Бригада Соловьева свое обещание выполнила. Станция смонтирована и закончена на 40 дней раньше срока. Но и это еще не все, товарищи. Наташа, а ну-ка скажи, что знаешь. Товарищи, сегодня к нам в город прибывает 200 девушек-комсомолок. Девушки, не дожидаясь навигации, вышли из Хабаровска вместе с частями Красной Армии. И по нашим сведениям идут хорошо, от бойцов не отстают. Сегодня в 5 часов вечера торжественная встреча на Амуре. 8 часов бал. Помещение инструментального цеха. Всем товарищам предлагается явиться обязательно бритыми. Возможности не важны. Будет оркестр. Что-то на меня фыркало. Он посмотрел на тебя. Ну и что? Никто ничего не понял. Там нужно было подходить, все видел. Пересоли вас, хозяйки. Ну да. Я сейчас. Как себя чувствуешь, Наташа? Вот, спасибо. Ты все-таки не очень, утомляй себя. А какая это работа, пустяки? Ну, все-таки повнимательнее. Вот я вижу, худела. Да? Осунулся как? Это на монтаже. Ничего, отойду теперь. Спасибо. Ну что? Ничего, в общем, поговорили. Ну, ведь видишь...
Опять спустили. Опять. Эх, друзья. Нечего смотреть, Костя, пошли. Что это, Ваня? Склады. Горючие. Почему это, а? Кошка, комсомоль сгорит! Вернемся, Ваня!